Восемь 14-летних девушек и юношей района получили главный документ гражданина России. В торжественной обстановке паспорта школьникам сегодня вручил глава района Заур Хамирзов. Вручение паспортов нашим 14-летним – это знаменательное событие, я думаю, в жизни каждого человека. Это доверие страны нашему молодому поколению. Учитесь, дерзайте. Я надеюсь, что вот удостоверение личности, которое вы в первый раз в жизни сегодня получите в руки и будете держать, поможет вам состояться как личности. Уверен, у вас все будет хорошо. В церемонии вручения паспортов приняли участие отличники учебы, участники и победители всероссийских и районных олимпиад и конкурсов, спортивных соревнований, активисты волонтерского движения, а также их родители. Паспорт гражданина Российской Федерации вручается Кардановой Гунессе Султановне, обучающейся средней общеобразовательной школы номер 1. Алибердовой Анжелике Анзауровне, обучающейся средней общеобразовательной школы номер 2. Герзеговой Мадине Мурадовне, обучающейся средней общеобразовательной школы номер 3. Тутаришеву Джамалу Каплановичу, обучающемуся средней общеобразовательной школы номер 4. Муратовой Мадине Сальмановне, обучающейся средней общеобразовательной школы номер 5 имени Героя Советского Союза Алия Кошева. Чернышовой Алене Дмитриевне, обучающейся средней общеобразовательной школы номер 7. Душкиной Еве Дмитриевне, обучающейся средней общеобразовательной школы номер 8. Шевцову Валерию Владимировичу, обучающемуся средней общеобразовательной школы номер 9. С получением главного документа гражданина страны и юных жителей района поздравила и начальник управления образования Асиат Берзегова. Я присоединяюсь с удовольствием поздравлениям. Это знаменательный день в вашей жизни, ребята, чтобы вы были настоящими гражданами Российской Федерации, чтобы у вас впереди были только удача и успех во всем. В завершении торжественного мероприятия сделана общая фотография. Ребята, вдохновленные, радостные, покидали администрацию района, трепетно держа в руках свой первый документ – паспорт гражданина Российской Федерации.